Добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует заслуженный коллектив Республики Беларусь, Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Фюнберга. Я художественный руководитель и главный дирижер Максим Рассоха. И сегодняшняя наша встреча, она не очень простая, потому что уникальный концерт, когда на одной сцене соединится творчество уже профессиональных музыкантов и только начинающих юных музыкантов. И это стало возможным благодаря тому, что специальным фондом президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи был присужден грант государственному учреждению «Минск-концерт» для проведения и реализации творческого проекта «Мы – музыкальное будущее страны». Здесь можно поаплодировать. Участниками проекта стали прошедшие отбор, между прочим, учащиеся детских музыкальных школ города Минска, именно музыкальных школ искусств. Дети, которые еще не знают, станут они взрослыми музыкантами или нет, но, надеюсь, после нашего проекта они сделают свой выбор. Пройдет 8 концертов, 8 концертных программ. Вот сегодня у нас 5-й концерт в замечательном городе Молодечном, где мы очень рады бывать, бываем каждый год, я думаю, вы это знаете. Лиц очень много знакомых, поэтому мы вас тоже знаем. И нам это очень приятно вдвойне. Ну, собственно говоря, я вам рассказал уже немножко о проекте. И, конечно, большую благодарность мы хотим сказать Минскому областному исполнительному комитету и, конечно, вашему замечательному Дому культуры города Молодечно. То, что вы нас принимаете. Итак, мы начнем нашу концертную программу. Первым на сцену выйдет юный, талантливый исполнитель Ефим Подоляк, ему 9 лет, между прочим, исполнитель на скрипке. Давайте договоримся, что они юные, молодые музыканты, они еще не решили пойти в музыку, но если вы их будете поддерживать громкими аплодисментами, они точно пойдут в музыку. Договорились? Ефим исполнит одно из самых известных произведений, написанных для скрипки немецким композитором Карлом Бомом, «Интродукция» и «Полонез». Итак, Ефим Подоляк, скрипка. Thank you.
Максим Подоляк, скрипка. На сцену выходит еще один молодой, юный исполнитель на струнном инструменте, которому тоже 9 лет. Егор Буринович, виолончель. Ваши аплодисменты. Егор исполнит одно из самых известных произведений английского виолончелиста Уильяма Сквайра, который вел активную деятельность по популяризации виолончели как сольного инструмента с оркестром. Очень часто играл, и благодаря этому фактически сегодня Егор, наверное, имеет возможность играть с нашим оркестром. Прозвучит знаменитая тарантелла Уильяма Сквайра для виолончели с оркестром. Егор готов? Прекрасно. Егор Буринович, виолончель. На сцену еще появляется еще один мальчик, учащийся одной из минских музыкальных школ. Ему тоже 9 лет. Григорий Лядухин, пожалуйста. Аккордеон. Ну, там, наверное, маленький аккордеон, аккордеончик можно назвать. Гриша, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня хотите что-то нам сыграть? Да, что будем играть? Только мизинчик. Угу. Левый или правый? Двумя. Учитесь. Только мизинчик. Григорий, я вижу. Thank you.
Григорий Ледыхин, аккордеон, заслуженные цветы, между прочим. А на сцену появляется самая юная участница нашего проекта, ей 8 лет, София Метельская, саксофон сопрано. София, скажите, что вы нам сегодня будете исполнять? Все интересуются. Шмелиный уикенд. Вы когда-нибудь видели, что шмели отмечали выходные, были на уикенде? Нет, не видели еще? Надо на природу выбираться чаще. Там шмелиный уикенд настоящий. Но сегодня он в городе Молодечно у вас, в гостях из города Минска. Да, София? Готова? Ну давай, удиви нашу публику. София Метельская. На сцену приглашается юная 9-летняя участница нашего проекта, Анастасия Пельская. Ваши аплодисменты, друзья. Анастасия, судя по... О, зелененькая, у меня синенький, смотрите, будем дружить с вами. Вопрос такой. Вы танцевать будете или что?
Нет, я танцую. А, у вас микрофон, значит, будет петь, да, все-таки? Да. А вы скажете нашим дорогим гостям города Молодечно, что вы будете исполнять? Это будет сюрприз, секрет для них, как вы думаете? Я не знаю, сказать или нет. Давайте скажем. Давайте не будем. Ладно, давайте не будем. Хорошо, я ее уговорил. Сюрприз. Анастасия Бельская. А на сцену выходит еще одна юная исполнительница на скрипке. Зовут ее Мелис Тюркменоглу. Мелис, пожалуйста. А где аплодисменты, друзья мои? Мелис, что сегодня хотите исполнить для нашей прекрасной молодеческой публики? Альберто Курти «Чардаш». Угу, «Чардаш». А знаешь, такой «Чардаш»? Да, это венгерский танец. О боже, она это знает. Редко бывает, когда ученики знают название произведения, как зовут преподавателя и что значит это произведение. По-моему, Мелис все знает. Это достойно отдельных аплодисментов, друзья мои. Итак, настоящий венгерский чардаш у итальянского композитора Альберто Курти. Правильно? Слушаем и наслаждаемся. Thank you.
Денис Серпиноглу. Скрипка. На сцену выходит юная талантливая Ева Филиппович. Ваши аплодисменты. Ну где? Вот, конечно. Ну, судя по всему, что у Евы нет микрофона, она не поет, нет инструмента, значит, она идет к роялю. Пожалуйста. В этом году вся наша музыкальная белорусская общественность отмечает один из таких значимых юбилеев белорусских композиторов. Евгения Глебова в этом году исполняется 95-летие со дня рождения. И значит, это один из выдающихся белорусских композиторов, народный артист Советского Союза, профессор, который написал большое количество белорусской музыки, белорусских балетов, симфоний. Но самое известное его произведение, которое все вы прекрасно знаете, я думаю, называется «Адажио Розы и маленького принца» из балета «Маленький принц». Не знаете, но узнаете. Такая ваша участь сегодня в субботу. Прозвучит знаменитый «Адажио» из балета «Маленький принц». Ева Филиппович, рояль.
Ева Филиппович. А на сцену мы приглашаем юного гитариста Федора Громова. Федор. Вы знаете, Федор очень любит мороженое и всегда у своих родителей просит пару копеек на мороженое. Вы так же делаете, наверное, да? Или вы сами зарабатываете уже? Все сами. Ну, а некоторые, которые еще помладше, они не зарабатывают, и просто у родителей на мороженое. Но Федор, в отличие от многих своих сверстников, покупает 3 порции мороженого. Себе и родителям. Так что берите большой пример с Федора Громова. Федор, что будем исполнять? Румбу, 3 порции мороженого. Понятно. Федор Громов, гитара. Так что покупайте мороженое не только себе, но и вашим родителям. На сцену выходит замечательная Богдана Филиппович. Богдана. У вас тоже микрофон, вы, наверное, будете тоже петь. А что сегодня будете петь для нашей публики? Я буду исполнять композицию «Who's Loving You» Jackson 5. Вы знаете такую композицию? «Кто любит тебя» называется она, правильно? Правильно. Поем? Поем. Да. Yeah.
Лепович. Знаете, мы когда репетировали с нашими талантливыми детьми, одним из самых главных правил, когда ты приходишь на репетицию с оркестром, это что, как вы думаете, что это самое главное? Не знаете, я вам расскажу. Вы никогда просто не выступали с оркестром, я понимаю, всякое в жизни бывает, но это улыбка. Я всегда говорю, так, дети, если улыбку забыли дома, даже не приходите на репетицию. И у нас среди наших участниц есть девочка, которая никогда не забывает улыбку, такое ощущение, что она у нее надолго на лице. Елизавета Могучева, человек, который все время улыбается. Ваши аплодисменты, между прочим. Видите, она не может не улыбаться, это уникальный момент. А на чем ты играешь? Расскажи нам, ничего нету? На народном и белорусском инструменте цимбалы. А ты думаешь, люди в зале знают, что такое цимбалы? Надеюсь, что знают. Люди, вы знаете, что такое цимбалы? Фу, слава богу, ты уже испугался, думаю, молодечные не знают, что такое цимбалы. Знают. Я не ошибся вас. Вы молодцы. Так, ну и все хорошо, Лизавета. Что будем исполнять? Знаете, или не, надо спрашивать у вашего педагога, звоните, или родителям, что делаем? Луиджи Гранозо, испанская гитара. Испанская гитара, вы представляете, настоящая испанская гитара, которая олицетворяет испанскую корриду. Знаете, что такое коррида? Бой с быками. Я понимаю, что вы молодечно такого... пока еще не увидишь, но думаю, что на фестивале белорусской песни и поэзии, может быть, скоро мы и увидим белорусскую корриду с нашими белорусскими быками, но, тем не менее, сегодня Елизавета покажет настоящую испанскую корриду, но на белорусских цимбалах. Елизавета Могучева, цимбалы. А на сцену выходит Татьяна Ананчикова, тоже молодая, юная исполнительница. Где аплодисменты? Я не понял. Очень удобно, можно не спрашивать, на каком инструменте она играет, она сама покорно пошла к роялю. Такая участь детей. Родители, берегите своих детей, которые ходят в музыкальную школу.
А Татьяна исполнит одно из самых известных произведений, одно из гениальных людей 20 века, Лероя Андерсона. Это американский композитор, который знал 10 иностранных языков, играл на 7 музыкальных инструментах, еще и сочинял музыку. И это произведение называется «Пустячок». Звучит для вас Татьяна Нанчикова, рояль. Татьяна Нанчикова. А на сцену выходит дуэт, дуэт виолончелистов. Федор Шамардин и Максим Третьяк-Тиханович. Должен вам сказать, что такое редкое сочетание ансамбля, как две виолончели. Обычно тут одного виолончелиста сложно найти, хорошего. Но в городе Минске оказались даже два. И в одной школе. Вы знаете, обычно дети, когда учатся в музыкальной школе, а музыкальная школа, она же идет после общеобразовательной, кто не знает в зале. Это невместно образовать, общеобразовательное. Это после общеобразовательной школы. Естественно, многие из вас, кто приходит домой, сразу бегут на футбол, кататься на велосипедах или гулять с друзьями, а вот эти два парня ходят в музыкальную школу, еще носят с собой два больших инструмента. А им так хотелось бы, наверное, поиграть в футбол, покататься на велосипедах. Не судьба. Да, Федор? Или так? Да, иногда хватит удовлетворения, но большинство ездят в музыкальную школу. А хотят на велосипеде. «Велосипедное танго» — так называется следующая композиция. Thank you.
Федор Шамардин, Максим Третьяк-Тиханович, дуэт виолончелистов. Должен вам сказать, что вообще есть такое выражение, что инструмент нужно с детства выбирать. Обычно это говорят профессиональные музыканты, исполнители на виолончели, которые с собой постоянно носят тяжелые большие инструменты. Либо те, кто играет на аккордеонах и баянах. У них тоже за спиной всегда такой панцирь музыкальный. Но, а есть люди, которые вообще не носят с собой инструменты, они просто поют. Евгений Отто на сцене. Евгений. Евгений исполнит одну из самых популярных песен 2015 года. Она прозвучала на Евровидении, потом ее спела Полина Гагарина. И песня стала очень известной в России. Я думаю, вы тоже ее знаете. Евгений, назовете песню? A Million Voices. Евгений, ну мы с вами в Беларуси. Миллионы голосов. Евгений Отто. Вы знаете, что я не называю, что у нас все участники это лауреаты международных республиканских конкурсов. Вы все это, наверное, видите где-нибудь
в телефонах своих, в которых вы сидите. Вот. Но это правда, у нас все лауреаты. То есть смысл их называть, что вот лауреаты, время растянется, и вы не пойдете сегодня гулять вечером, останетесь на ночном концерте вместе с нами. Поэтому я буду называть только тех, кто, например, как Дмитрий Идеев, который выходит на сцену. Дима, можно выходить. Дмитрий Идеев, стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Вот Дмитрий видит свои персональные люди, которые обслуживают его инструмент, который называется, как вы думаете, как он называется? Ничего себе, мы молодечно знаем, что такое ксилофон. Но более дальние ряды знают, первые ряды не очень пока, но они учатся, запоминают, и уже в следующий раз будут... А, так это ксилофон. У нас же с вами детско-юношеский культурно-образовательный проект. Мы вас образовываем. Дмитрий, будем исполнять. Да. Сегодня прозвучит концертино японского композитора Тосиро Мадзуми. В этом году, кстати, 95-летие отмечается его со дня рождения. И прозвучит концертино для ксилофона с оркестром. Но вы не пугайтесь, мы не будем исполнять целиком. Концертино это 15 минут, вам будет скучно. Зарядка от телефона закончится. Вот. Мы исполним только третью часть, финал, престо. Дмитрий готов? Мы тоже готовы. Итак, Тосиро Мадзуми, финал из концертино для ксилофона с оркестром. Это все аплодисменты, которые у вас были в карманах. Вот. Очень сложно. Да, вот, молодцы. Подключайте голосовые связки. Они нам тоже очень нужны. Я надеюсь, вы молодечно знаете русского, великого русского композитора Сергея Васильевича Чайковского. А, ну, вы знаете Чайковского, да, это хорошо. Рахманинова, конечно, Сергея Васильевича Рахманинова.
и самое его известное произведение, вы тоже знаете? А вот Эмилия Ванесян знает. Эмилия Ванесян, пожалуйста, на сцену. Эмилия, флейта. Так вот, Эмилия не то что знает, она вам его сегодня исполнит. Это тот самый знаменитый вокалист Сергея Васильевича Рахманинова. Но сегодня он звучит на флейте. Эмилия Ванесян, флейта. Друзья, какие духовые инструменты вы еще знаете, кроме флейты и саксофона? Кларнет. Ох ты, ничего себе, такие инструменты знают. Молодец, ну здорово. А медные духовые? Труба, трамп. Ну, слушайте, ну уже мне приятнее. Ты испугался, потому что мы не в Молодечно приехали, никто ничего не знает. Оказывается, все стеснялись немножко. Наверное, суббота, устали. Но тромбон, трубу вы знаете. Поэтому на сцену выходит трубач Роман Клышевич. Ваши аплодисменты. Про
прозвучит юмореска белорусского композитора Игоря Мангушева на трубе. Роман Клышевич. Клышевич, труба. А на сцену выйдет исполнитель, инструмент, на котором он играет, уже называли в этом крыле, кларнет. Артем Бандык, кларнет, стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Артем, я думал, что вы сейчас лоб и пошли дальше. У вас такой... большая траектория. Наверное, летчиком хотите стать? Серьезно, летчиком? Что будете играть? Представьте, в Белавия вы летите куда-нибудь из кабины пилота, то все звуки кларнета. То есть так романтично. Я буду знать, что через пару лет, если буду лететь, это Артем, наверное, балуется на кларнете. А, что пассажирам не было скучно, он будет играть на кларнете. Хорошо, что будем сегодня играть? Концерт Васлава Туча, первая часть. Ой, слава богу, есть сколько концерты, мы 20 минут сейчас будем слушать кларнет. Оказывается, только первая часть. Друзья, вам повезло, только первая часть. Поаплодируйте.
Артем Бандер. Вы знаете, я понимаю, что почему Артем выбрал инструмент кларнет, мечтая стать летчиком. Это единственный музыкальный инструмент, на котором можно изобразить звуки чаек. Но вы их слышали сегодня. А где аплодисменты? Вот, молодцы. Филипп Иванов выходит на эту сцену. Филипп, вам уже можно. Скрипка. Филипп, скажите, вот Артем мечтает быть летчиком. Вы кем мечтаете быть? Музыкантом. А, все банально. Просто музыкант. Ничего нового, очень креативное там. Ну ладно, музыканты так музыканты. Самая древняя, одна из самых древних профессий, между прочим. Музыканты тоже, кстати. Вы знаете, испанский композитор Мануэль де Фалья 120 лет назад написал первую свою оперу. Называлась она «Жизнь коротка». Ну, он молодой был, кстати, наверное, в таком возрасте, как и вы, написал первую оперу «Жизнь коротка». Но он был неправ, жизнь очень прекрасная и очень большая. Так вот, там есть замечательный испанский танец, который сегодня Филипп исполнит с большим удовольствием для вас, если вы ему поаплодируете. Филипп, придется исполнять, друзья, аплодируем. Итак, испанский танец. Thank you.
Филипп Иванов. А сейчас будет небольшой музыкальный сюрприз для вас. Я говорил же вначале, что участники проекта – это учащиеся минских музыкальных школ города Минска, соответственно, нашей столицы. Но в каждом регионе, где мы выступаем, а мы выступаем в Минской области, соответственно, мы... Молодец, это не Минская область, да? Ну, это же мы в Минской области с вами. А вы просто очень любите город Молодечно, да? Хорошо, я не буду называть Минскую область, пусть они там себе делают, что хотят. Город Молодечно, хорошо? Или Молодечинская область, как было раньше, кстати. Ну, кто знает. История такая штука. Так вот, в Молодечинской области мы нашли тоже очень талантливых детей, которые учатся в вашей музыкальной школе искусств, которая находится на углу, по-моему, там. И на эту сцену мы пригласим двух учащихся этой школы, которые выступят сегодня с оркестром. Это первый участник Роман Мандрик. Добой, ваш аплодисмент. Роман, это ваши родственники или это группа поддержки? Они так зааплодировали вам? Везет же вам. Роман исполнит третью часть из знаменитого концерта для гобоя с оркестром Антонио Вивальди, если вы знаете, о ком я говорю. Знаете передачу «Жди меня», там «Найди меня», помните, такая была? Вот музыка звучала, вы помните в этой передаче? Так вы сейчас тоже ее услышите. Это вот та самая музыка. Антонио Вивальди, третья часть из концерта «Ля минор». Роман Мандрик. Thank you.
Роман Мандрик. Вы это музыкант, которого знает все молодежь. Мы не забочим в степи Диан специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Окей. И еще один музыкальный подарок. На эту сцену выйдет Анна Титова. Скрипка. Да, это, между прочим, ученица Молодеческой школы искусств. Ну а где аплодисменты? Роману было больше. Анна, пока тебе ладит микрофон, расскажи нам, тебе нравится вообще играть на скрипке? Да. Там родители, да. Да, я согласна. Я. Хорошо. Когда ты закончишь музыкальную школу по классу скрипки, что будешь делать? Наверное. Я, ладно, это секрет. Это между нами секрет. Хорошо, что будем исполнять? Танец Дженкинсон. Дженкинсон, да. Танец эльфов, между прочим, композиция называется. Одно из самых знаменитых произведений этого композитора. И не надо стесняться. Эльфы не любят, когда стесняются, особенно молодеческие. Знаете, друзья мои, что в Минской области, ну, молодеческая, понятно, это там, где живете вы, а есть еще такая Минская область, она недалеко от вас находится, и в ней есть такой город Старые Дороги, может, кто-то бывал, знает. Вот, приятно, что... Так вот, вы знаете, что оттуда приехал тоже маленький, талантливый исполнитель на саксофоне Богдан Маматюк. Старые дороги, Богдан, соответственно, ученик Стародорожской школы искусств. Между прочим, серьезный человек, видите, без улыбки, все. Он готовится к выступлению. Богдану 9 лет, по секрету вам скажу. Он играет на саксофоне сопрано. А сегодня он исполнит для вас вторую часть из сонаты знаменитого старинного английского композитора Генри Экклса. Итак, слушаем Богдана из «Старых дорог». Thank you.
Богдан Мамасюк. Старые дороги, Богдан Мамасюк, друзья мои, нужно поддержать. Понимаете, ему же сейчас, в отличие от вас, от Молодежской области, никуда ехать не надо, а ему старые дороги. Понимаете, о чем я говорю? Друзья, ну, продолжают вас радовать ваши гости из столицы, города Минска. Кира Петрович выходит на эту сцену. Кира, пожалуйста, вы долго ждали своего выхода, и вот он случился. Это, естественно, цимбалы. Кира, вы играете стоя на цимбалах, судя по всему, да? Ну, всякое в жизни бывает, да? Вы знаете, что Никола Паганини, он стоя, сидя и по-разному играл на скрипке, и даже на одной струне играл на скрипке. Знаете эту историю? Когда... А, ну, что вам рассказывать, вы знаете эту историю? Вы же Молодечинская область, забыли? Так вот, Никола Паганини никогда не бывал в городе Молодечно, но его музыка здесь сегодня будет звучать. Прозвучит знаменитый венецианский карнавал. Знаете, такой венецианский карнавал? В городе Венеции, это в Италии. Это недалеко от вас. Там сапожок такой есть, да? И вот левый причем. Так вот, венецианский карнавал, когда люди носят маски и всякие устраивают перформансы. Вот сегодня Кира Петрович исполнит тот самый настоящий венецианский карнавал Никола Паганини, но на белорусских цимбалах. Друзья мои, это в Молодечно впервые, поверьте мне. Thank you.
Кеда Петрович, Венецианский карнавал. А на эту сцену сейчас выйдет трио исполнителей. Их ансамбль называется очень таким интересным названием, очень сладким и очень аппетитным – «Мармелад». Так, на эту сцену я приглашаю наших юных исполнителей Юлия Митенкова, Тимофей Чердниченко, аккордеон, и Вера Панькова, рояль. Вот это «Мармелад», кстати. У нас просто человек, который выносит пульт и стулья, один, Сергей Сергеевич, поэтому он два стула не успевает еще пока вынести. Но я думаю, что к восьмому концерту, у нас же 8 концертов в проекте, думаю, что он будет по 3 стула выносить, еще и мне стульчик один будет. Так, Тимофей, скажи, что вы будете исполнять? Пьесу на тему Курда Валя в обработке Евгения Дербенко. Вы такое видели? Вот когда-нибудь спросите у своих товарищей, кто ходит в музыкальную школу, а что ты играешь? И как зовут педагога? Если он вам ответит, можете поаплодировать ему, как нашему Тимофею. Можно аплодировать. Так, пьеса на тему Курта Вайля Евгений Дербенко и ансамбль «Мармелад». Ансамбль «Мармелад» Юлия Митенкова, Тимофей Чердниченко, Вера Панькова. Я понимаю, что чем ближе к концу концерта, тем аплодисменты все меньше. Ладоши болят, не привыкли аплодировать, наверное. Или нет? Вот, я узнаю молодечную и молодечинскую область. Ну так, конечно, хотелось бы больше, но в другой раз, вероятно. Ксения Глустенко выходит на эту сцену. Ксения, вы долго ждали этого часа. Да? Ксения проходит своему инструменту, к роялю. А кто знает знаменитого композитора Арно Бабаджаняна, знает его песни, скорее всего. Но самое известное его сочинение – это «Ноктюрн», который он сочинил для фортепиано с оркестром, для рояля с оркестром. И сегодня Ксения исполнит именно ту натуральную версию этого «Ноктюрна», которую написал сам Арно Бабаджанян. Итак, «Ноктюрн».
Ксения Глустенко. А на сцену мы приглашаем стипендиата специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Маргарита Цумарева. Маргарита, мы сегодня в белом. Вы знали, что оркестр будет в белом сегодня, да? Конечно. Ход конем. Учитесь. Ну что, споем о нашей прекрасной родине, да? Споем. Споем. А у вас родина ваша где? Я родилась в Могилеве, прожила там 10 лет, и сейчас я живу в Минске уже на протяжении 4 лет. Это здорово. Вы знаете, а наш оркестр уже на протяжении многих-многих лет бывает ежегодно в Молодечном фестивале белорусской песни и поэзии. Для нас уже Молодечно стало чем-то родным и очень близким. Фактически такая уже маленькая музыкальная родина для нашего оркестра. И сегодня мы песню, которую будете исполнять, хотим посвятить этому прекрасному городу Молодечно. Куточек Беларуси. Yeah.
чима будут моя, родима я на життя. Маргарита Цумарева. А на сцену выйдет еще один стихий диаспорного фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Владислав Шатрун. Балалайка. Видите, Владислав не знал, что мы сегодня в белом, поэтому не подготовился. Вышел в черном. Так тоже бывает. Красиво, черно-белое, как рояль. Ну что, Владислав, готов? Порвем зал? Зал, вы готовы, чтобы порваться? Да, ну хорошо, готовы, так мы тоже готовы порваться. Его волшебная балалайка. Друзья, мы спросили, вы знаете, у нас в Беларуси очень много праздников.
Но самым таким волшебным, необычным, загадочным является какой праздник? Купание. У вас тоже бывает в Молодеческой области? Да, ну, слава богу, что, значит, мы с вами белорусы. У кого есть купание, тот белорус однозначно. Федор Анцух и Полина Карабаня. Аккордеоны. Так вот, сегодня, благодаря им, мы сможем с вами побывать на настоящем празднике купания. Благодаря волшебству музыки. Добро пожаловать на настоящее белорусское купание. Вы готовы? Да? Цветок, будем искать счастье? Нет, не будем папоротик ветку шукать? Будем. Хорошо. Полина Карабаня, Федор Анцух, аккордеон. Вы знаете, как все хорошее должно когда-то рано или поздно заканчиваться. Наш концерт тоже подходит к концу. Мы хотим сказать вам спасибо жителям города Молодечно. Здесь аплодисменты. Потому что у вас в гостях сегодня были дети столицы. И нашим финальным номером для вас будет та самая песня «Дети столицы», которую исполнит семейный ансамбль «Sables Family». Ваши аплодисменты.
сердце навсегда. Твоя мелодия и улыбки друзей, и большая страна. И каждый день, каждый час солнце светит для нас, заставляя в том сердце биться. И каждый час, каждый день, время смелых детей, мы твои дети стоимся. Артистам заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Яковлевича Финберга и участникам концерта от руководства Молодеческого районного исполнительного комитета. Друзья, большое спасибо, что вы были сегодня с нами в этот прекрасный субботний вечер. Нам было приятно его провести в городе Молодечно, где мы любим бывать. Так что до скорых встреч и улыбайтесь. И занимайтесь музыкой. Вам это всегда пригодится. До встречи, пока.